что же, вы готовы? Это последний шанс, чтобы выбить Нани. У меня есть 2 мегаящика, это точно. Ну, короче, ребята, сейчас откроем эти боксики. Надеюсь на Нани. Топ-комменты и полетели. И, кстати, да, вы на канале Denplay, и всем привет, ребята. Ну что же, это последний шанс, ребята, чтобы выбить Нани. Последний, точнее, ну да, шанс, последний шанс, потому что больше не будет мегаящиков в этом сезоне, а, говорю, именно 26 дней не будет мегаящиков, будут только бигбоксы, которые я буду копить. У меня даже квесты еще остались некоторые. Да, у меня остались еще 3 квеста, там, один большой, 2 средних. Короче, ребята, это не важно, это не важно. Важно то, что сегодня будет. Мы должны с вами вытащить нового бравлера. Я надеюсь очень то, что у меня это получится. Очень на самом деле надеюсь. Вы готовы, ребята? Надеюсь, вы готовы. Поехали. Спасибо. Ой-ой-ой, как же мне просто хочется это сделать, это выбить. Кстати, вы видите это? 500 очков силы. На большой ящик. Нет, дорогие разработчики. Я открою мега ящик, бигбокс. Надеюсь, Нани прокачаю, и она мне выпадет. Пожалуйста, Нани. Нани, пожалуйста. Спасибо. Ну почему из бигбокса мне нифига не падает? Почему? А, ладно, теперь по старой схеме из мега ящика. Лайк поставил. Почему? А, вижу, поставил лайк. Вижу, подписался. А, ты еще и комментарий написал. Спасибо. Вот. Ну, блин, я говорю то, что это работает. Ну, а ты не веришь. Ладно. Не верь дальше. Не верь дальше, это уже все знают. Раз, два, три. На Гейла! Вау, есть! Это очень круто. Это очень крутой гаджет. Круто. Круто, очень круто. Но, правда, это не Нани. Ладно. Давайте обменяем эти 500 очков силы на мегаящик. Это более-менее хорошо. Но это более лучше будет, чем мы обменяем 500 очков силы на бигбокс. Окей, давайте. А, вижу я, один человек не поставил лайк. Давай ставь, быстро. А почему ты не поставил лайк? Ну почему? Ну ё-моё. Капец. Короче, это Нани. Я не понимаю, почему такой рандом. Почему такой рандомище, Суперсел? Почему? Ну, как бы, почему? Я открою бигбокс. Нифига. Ну, что мне еще сделать, чтобы выбить этого бойца? Я не понимаю. Я просто не шарю. Окей, пофиг на эти 500 очков силы. Серьезно, пофиг. Спасибо. Спасибо за мифическую эмоцию. Короче, это разводняк какой-то. Ну что это за фигня? Почему некоторым из первого ящика падает на Ни, а мне фиг там? Ты за меня придурки не держи. Ну почему? Какого фига? Почему там, к примеру, Лайну тому же самому, блин, выпало там из первого ящика или из какого? А почему мне так не везет? Ну ё-моё. Все уже выбили Нани, а я как дурак, блин. Капец, ну почему я такой невезучий? Забираем еще одну эмоцию. И остался у нас Торгаш Гейл. Короче, это просто жесть. У меня нет вообще настроения дальше играть в эту игру, блин. Я вообще не могу понять, почему другим там везет нереально. И они там выбивают с первого ящика этого эпического бойца. А мне нифига, блин, не везет с этим бойцом. Да ладно, у меня там везучий аккаунт. У меня полностью фуловый аккаунт. И у меня все есть, кроме этого бойца. Но почему? Почему такая несправедливость? Серьезно. Так, кстати, гаджет. Прикольный, очень прикольный гаджет. Может, потестим его потом, но не в этом видосике. Потому что это просто... Я в шоке, блин, капец. Ну, в следующем видосике мы заберем с вами этого торговца Гейла. Надеюсь, что это хороший скинец. Но я уже знаю, что этот хороший скинец. Это очень классный скин. Но, блин, я хотел Нани. Ладно, ребята. Пойду я в другую игрушку покатаю. В PUBG Mobile. Кстати, если хотите, запишу видосик по этой игрушке. Обязательно напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента.
Напишите, записать мне видосик по PUBG или нет. Ну а с вами был я, Денплей. Вот так вот нам фартануло, ребята, и снова второй раз. Второй раз нам так фартит. Кстати, давайте купим спасивку на Фрэнка. Фрэнк забирает силу поверженного врага, добавляя к своему урону 50%. Короче, я не знаю, я не разобрался, что это за пассивка, покупаю. Мне все равно. Так, конечно, блин, не, акция, конечно же, хорошая, но я не хочу, блин, не хочу, потому что я знаю то, что мне выпадет нифига из этих ящиков. Почему так не везет? Ну почему? Скажите мне, пожалуйста. Ладно. До новых встреч, ребята. Спасибо, что поставили лайки, подписались, ведь мне выпал крутой, очень крутой гаджет, который сейчас очень фановый, очень классный. И также купил пассивку на Фрэнка, не знаю, как она, хорошая или нет, потому что я Фрэнка совсем не люблю. Ну, как бы, совсем не шарю за него, там, какие у него пассивки, что они делают. Ладно, да, с вами был Денплей, до новых встреч, всем удачи. Всем удачи, ребята, серьезно, желаю всем удачи. Не такой удачи, как у меня, жесткой удачи. Блин, ну серьезно, ну почему мне не выпало Нани? Я открыл в сумме, можно сказать, знаете, давайте я сейчас посчитаю. Не пока, ребята, не пока, не уходите. Давайте посчитаем. Так, давайте подсчитаем. Так, подожди. Вот я начал с этого момента, вот. Отсюда я начал, с 35-го, по-моему. Не-не-не-не-не, подожди, ошибаюсь. Ну, где-то у меня здесь было 10 гемов. Да, вот, начал я с 43-го. Раз мегаящик. Два мегаящик, три мегаящик. 4, 5, 6, 7. Это я забрал за эти. И вот здесь был 8-й на 54-м внизу. 8 мегаящиков, и мне не выпало Нани, эпический боец. Но зато мне выпало дофига гаджетов, пассивок, которые не будут лишними на моем аккаунте. Все, ребята, а теперь уже точно пока. До новых встреч.